Всем привет! Вы на канале Огород Бабы Кати. Сегодня мы с вами будем реанимировать огурцы и разбираться в причинах помутнения рассола в огурцах. Первое, что хочу сказать. По этому рецепту я солю огурцы много лет. Он меня никогда не подводил. Что произошло в этот раз, у меня просто большой вопрос в голове. Ссылка на рецепт, по которому я солила эти огурцы, сейчас выскочит подсказочка. Итак, будем разбираться. Помутнело у меня 7 литровых банок. Первая причина помутнения огурцов – это негерметично я их закрыла. Хотя странно, я их переворачиваю, и никакой рассол у меня не вытек. Возможно, при засолке попался огурец незасолочный. Но я это исключаю, так как во всех 7 банках, ну, не может быть, попало 7 салатных огурцов. Значит, еще один момент. Соль. Я поменяла соль. Всегда я солила соль елецкой солью. В этот раз взяла казахстанскую соль. Может быть, в ней причина. Но у меня знакомая солит вот этой солью. И до этого я солила этой солью грибы. У меня ничего не закисло. Тоже этот вариант не подходит. Может быть, поддельная уксусная эссенция. Но я положила ее в морозильник, эту уксусную эссенцию. Она у меня не замерзла. Поэтому исключаю вариант, что это поддельная уксусная эссенция. А напишите варианты помутнения рассола в комментариях, как вы считаете, что могло стать причиной помутнения рассола. Итак, начнем реанимировать. Первое. Вытряхиваем все огурцы с банок, промываем эти огурцы и замачиваем в ледяной воде на час. После этого опять раскладываем гвоздику, перец горошком, лавровый лист и укладываем плотно наши огурцы. Заливаем их кипятком и оставляем так на полчаса. Через полчаса сливаем наш рассол, сливаем его в раковину и повторно заливаем кипятком. И оставляем наши огурцы еще на полчаса. Теперь готовим маринад. На литр воды берем столовую ложку соли, 2 столовые ложки сахара. На свое количество огурцов я сделаю 2 литра маринада. И заливаем наши огурцы. В каждую банку я в дальнейшем добавляю по 1 чайной ложке уксусной эссенции. Кстати, уксусную эссенцию я тоже сменила. Так же, как и соль. Закручиваем, закатываем, переворачиваем и укутываем. Прошла ровно неделя. Огурцы у меня не помутнели. Все хорошо. Реанимация прошла успешно. Угадайте, что за сок? Вы были на канале Огород Бабы Кати. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.